мы работаем на максимуме возможностей. Мы хотели пригласить специалистов Министерства здравоохранения Оренбургской области, но переговоры двух недель завершились ничем. Как мы видим, никто к нам не пришел. Кадровый дефицит, особенно узких специалистов, это проблема не только Оренбургской области, но и вообще по России в целом. Служба вообще укомплектована на 82%, если это брать все должности. Электронная запись есть, но воспользоваться ей невозможно. Состояние ФАПов уже постройки 30-летней давности, конечно, не соответствует уже тем требованиям современным, которые предъявляются к медицинским организациям. Уже много людей уволилось, много людей пришло.